Мамаша Кураж и ее дети впервые пьесу Бертольда Брехта поставили в далеком 1941 в Швейцарии. Но в 2013 году герои произведения заговорили по-чувашски. Сейчас на сцене театра юного зрителя в Чебоксарах идут репетиции. Коллеги, Питер Малечин был не пусть мы сначала был задух не Пьеса немецкая, язык чувашский, а режиссер башкирский. Вот такой коктейль смешали в Чебоксарах на сцене театра юного зрителя. В конце ноября он должен вылиться в спектакль «Мамаша Кураж и ее дети». На самом деле, я когда вот первый раз приехал, и мы читку провели на чувашском, а я до этого на русском читал перевод «Апта» на русском, мне все время казалось, что на русском, я вот воображение представлял, как бы это звучало на немецком, да. По-русски вот что-то теряется. Я думаю, сейчас еще с русского на чувашский еще больше потеряется. Так волновался. А когда они начали на чувашском говорить, у меня такое ощущение, что Брехт на чувашском написал. Вот, на самом деле так сочно. Они так говорят, вот. Во время спектакля зрители сблизятся с героями, причем в буквальном смысле. Одна из задумок режиссера – посадить их как можно ближе к сцене или даже на нее. С учетом этого разрабатывались и декорации, и костюмы. Ставят спектакль в рамках проекта «Мировая классика» на чувашском языке. Он получил федеральный грант. Кухонья раснала. На премьеру зрители ждут 23 ноября. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.